Найди свое призвание. Сражайся с боссами. Побеждай в PvP-битвах. Атлантида Онлайн. Ссылка под видео. Всем привет и добро пожаловать на канал Experience Games. С вами я, Скиф, это Don't Starve Together с модом на вид от первого лица, как несложно заметить. И, в общем-то, чем я хотел бы заняться в этом видео, а именно попытаться убить древнего топливопряда. Я, в общем-то, это делал неоднократно. На канале есть видео с гайдом о том, как же это сделать. Даже несколько видео, ссылочки я оставлю в правом верхнем углу. Но, как это все будет выглядеть и удастся ли убить древнего топливопряда с использованием данной модификации, потому что даже простой бой с ним это, в общем-то, челлендж. Но есть, конечно, лайтовый способ. Возможно, мы к нему и придем по итогу, если у нас не получится более сложными какими-то способами убить древнего топливопряда. Но, кстати, подземелье в куратокулярах выглядит очень даже круто. Но нам пора в атриум. Черт! Посмотрите, как выглядит лабиринт. Это выглядит реально эпично. О боже, вот под таким ракурсом, да, это смотрится действительно очень даже неплохо. Кости, я только вот из-под этого ракурса вижу, что это... Кто это вообще? Мне показалось, какой-то дракон или его части. Блин, круто. Но это в кратокулярах, да? Если мы оденем просто, господи, шахтерскую каску, то видимость, конечно, стремится тупо к нулевой. Хотя вот здесь становится несколько более освещенно, когда мы подходим все-таки к вратам. Но в кратокулярах, я должен признать, видимость, конечно, в разы тупо лучше. Да, свод у нас подпирается примерно ничем. Ну ладно. Ладно, давайте попробуем подготовиться к битве. Кстати, чтобы нам постоянно не пользоваться кратокулярами, нам надо бы тут разжечь огонек. Давайте-ка попробуем. Как нам это сделать? Ага, вышло. И, может быть, где-то вот здесь. Тупо не видно, куда я навожусь на самом-то деле. Это не очень удобно. Но, тем не менее, нам удалось это сделать. Так, давай кратокуляры снимем. Ага. Ну, теперь плюс-минус неплохо, да? Освещено это все дело. И можно нормально подготовиться к бою. Я уже предвижу целый ряд проблем, которые нас ждут. Но, тем не менее, давайте попробуем. Кстати, интересный нюанс. Если у нас поменять вид камеры так, то посох у меня в руках выглядит так, как он и должен выглядеть со скинчиком, да? Если мы меняем в обратку, то абсолютно обычные. То есть здесь скины как бы не прорисовываются в виде от первого лица. Ну и давайте, наверное, приступать к бою. Единственное, что... землетрясение, как ты вовремя. Единственное, что мы с видом от этого лица, получается, от третьего, активируем сначала древние врата. Нас немножечко потрясет, но тем не менее мы их активируем. Такс. И после этого активируем странного скелета. И тогда уже начнем бой. Так, подожди, хара меня бить. Можно меня не бить? А, отлично. Активируем. Тут же переключаемся. И тупо бежим. Так, нам надо прижаться к стенке. Вот в чем подвох. Так, чтобы он нас не убил своими вот этими вот зажимами. А он может. И как-то разводить его на атаке. В идеале два раза бить. Твою мать, больно. Нет. Успел. Так, ну вытанковать, наверное, тоже не особый вариант. У меня еще и рассудок просел. А-а-а, дерись. Черт. Нет, это реально очень неудобно. Это реально тупо очень неудобно. Так, бежим из этого угла. Нам он еще рассудок не кисло просаживает. Давай это съедим. Давай хилы наши будем отхиливать. Да хуры меня бить, ей, подонок. Я его даже не раздамажу до нужной кондиции. Такими темпами. Да, это очень больно. Валим. Тупо валим. Оп. Так, ну один удар я могу плюс-минус стабильно наносить. Единственное, что долго. What the fuck? Еще не ориентируюсь в том, что происходит. Давай мы около этого угла с тобой будем драться. Давай, да твою мать. То есть дистанцию атаки тут вообще не видно. Вот тупо не видно.
Я не чувствую. Не чувствую рейндж, по которому он достает, не достает. И в этом как бы очень сильный минус данной модификации, что для боев она что-то как-то не очень подходит. Вот прям не очень. Ау. Хорошо меня бить. Зато мне подарок дали, да, миленько. Так, разводим на атаку. Разводим на атаку, отлично. Оп, оп. Ехуху, бежим. Так, мне больно, чувак. Не надо так. Чё ты себя как злодей ведешь? Ты же добрый, где-то внутри твоей черной поганой души, наверное. Так, ну, еще 3000 хотя бы сбить. Так, иди сюда. Блин, можешь повытанковывать. Ау. Сейчас я точно вытанкую. Я не тот посох взял. А, what the fuck. Это просто который скорость дает, а мне-то надо телепортироваться каким-то макаром чудесным. Так, ладно. Действуем по резервному. На пути. Бросаем порох. Юх! Отличный план! Просто супер. А давайте-ка заценим, как выглядит открытие подарков с таким видом. Ну-ка. А, нет, тут я думал, может, какая-нибудь эпичная анимация будет или что-то в этом духе, но нет. Окей, юбочка, ну, миленько-миленько. Не везет, так не везет. Ладно, мы тебя сейчас убьем, но сделаем это несколько иначе. Теперь мы попробуем убить его, но используя абсолютно другую методику. Тут вид от первого лица мне не должен особо сильно поменять. О, кстати, я вижу, куда я телепортаюсь, вот по этой фигне. Это мне сейчас очень сильно даже пригодится. То есть мы заставили этот скелет тупо мясными луковицами. И потом нам надо будет отсюда телепортнуться. Я тут немножечко посох слегка много сделал. Ну ладно, это не суть. То есть перво-наперво нам надо активировать алтарь. Врата наши древние. Так, ну и теперь как-то очень быстро все успеть активировать и валить отсюда. Раз. Переключаемся. Тэпаемся. Все, парня зажало. Отлично, вот так вот благодаря этой модификации еще можно его убить. Ну и то частично, да, используя ее. Блин, ну для боев эта модификация подходит слабо. В общем-то игра изначально задумана совсем не для этого вида. Будем уже откровенны, да? Но таким вот образом подождать что-то минут 7-10 и мы его убьем непременно. Ладно, в любом случае на этом. Всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал, ставить лайк, если вам понравилось. И всем всего хорошего. Пока-пока.